Ребята, всем привет! Мы с вами находимся в торгово-развлекательном центре «Балтия Молл». Не просто так. Здесь сегодня открылся первый фирменный магазин «Текно» в Калининграде. И, собственно, почему мы здесь находимся? Во-первых, у ребят из «Текно» есть вкус. И я говорю не только про технику, про умные устройства, но и потому, что они пригласили нас сюда. Вот. А во-вторых, впервые за всю историю своего проекта, за ответы на свои глупые каверзные вопросы, люди будут получать подарки. Прикиньте, исторический момент. Ну и какие классные сегодня здесь девчонки стоят. Девчонки, что-нибудь скажите вообще, что хотите, по одному слову. Всем привет. Да. Приходите в наш новый магазин «Текно». Вот, собственно, мы узнали, кто хозяева этого магазина. Ну а теперь пойдемте снимать и общаться с людьми. Погнали. Можно мы вас немножко отвлечем, если вы не против? Добрый день, рады всех приветствовать на открытии магазина «Текно», первого магазина «Текно» в России. Ого, самый первый вообще. Да, 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 именно так. Ну, расскажите чуть-чуть вообще про сам бренд, может быть, про какие-то фишки. Линейка смартфонов «Фантом», складные смартфоны, да, многозадачность, экран почти 8 дюймов, 120 Гц. Сложил, получил себе обычный смартфон. А если я куплю себе смартфон-книжку, это я могу себя считать начитанным человеком? Если ты купишь себе смартфон-книжку, ты получишь подарок. При покупке смартфона серии «Фантом» ты получишь в подарок чемодан. Чемодан-книжку. Почти. Все, ты тоже книжка. Мне кажется, это консультант книжку. Так же можно собрать просто. А у вас нету смартфонов-фильмов? Смартфонов-фильмов нет. Потому что книга лучше. Но есть смартфоны, с помощью которых можно снимать эти самые фильмы. Линейка смартфонов Canon. Какой мы плавный переход сделали. Так, ноутбуки. Ноутбуки у Текно это вообще нечто невероятное. Когда заплатили на 500 рублей больше. Я назову своего ребенка Текно. Металлический корпус. Огромный тачпад у флагманской серии. Если сдать на металл, сколько вообще будет? Сдать на металл? Блин, цены актуальных не знаю. Всегда всех интересуют цены. Что там у вас стоит? 40, 46, 50, 75. Так. Бюджетно для ноутбука. Для такого ноутбука это просто даром. Да. Сколько стоит сделать так, чтобы на этих ноутбуках наши видосы крутились? Коммерческая тайна. Там все, договоримся, если что. Самый дорогой смартфон. Самый стоишь? Дорогой смартфон. Ну, мы возвращаемся к раскладушке. Теперь у нас в руках Phantom Flip. Во, вот он, кстати, да. Который раскладушка. 51. Скидки до 40%. Этому смартфону можно впервые вообще придумать эти виртуальные ксивы. Открываешь, типа, вы знаете, кто я вообще? Кто мой отец? Активируются обои, можно чем-нибудь заменить. Мы сейчас выйдем в народ. Будем задавать им вопросы как раз про магазин Текно, про бренд, какие-то приколы. И очень хотелось бы что-то им подарить за правильные ответы. Что мы можем организовать? Что мы можем подарить? Смартфон, я думаю. Какой-то смартфон можем подарить. Какой-то смартфон можем давай подарить. Давай подарим. За первое место у нас Tecno Camon 20 Pro 5G. Так. За второе место Tecno Power 5. Все, давай только мы будем с тобой участвовать. Я буду участвовать. Каждый по смартфону. Я буду участвовать точно. Мы совместно с магазином Tecno, магазином смартфонов и умных устройств, разыгрываем сегодня смартфон. Но для этого нужно ответить правильно на вопросы касаемо бренда Tecno. Хорошо. Попытаемся? Конечно. Все, так, погнали. Главная особенность смартфона Phantom V Fold. Две фронтальные камеры, титановый корпус или складной экран? Две камеры. Да. Точно не складной. Две фронтальные. Две фронтальные, наверное. Ну, с учетом того, что все особенности, вторая и третья особенность есть у остальных, пускай будет первый вариант. Складной экран. Складной экран. Я думаю, складной экран. Складной экран, почему-то мне хочется ответить. Все, принимаем. Даже не думай, это правильный ответ. Spark Go – это беспроводные наушники Tecno, кнопочный телефон Tecno или смартфон Tecno? Кнопочный телефон. Думаю, наушники. Наверное, это наушники. Я думаю, это наушники. А у вас телефон вот от этой компании, да? Да, это вот как раз Tecno, да. Наушники. Наушники. Spark Go. Мне кажется, наушники. Нет, ну пускай будет, да. Все, наушники выбрали. Смартфон. Смартфон выбрали. Из какого материала выполнен корпус смартфона Phantom V Flip? Вибраниум, янтарь или эко-кожа? А, это который этот... складывается. Угу. Вибраниум, наверное, нет? Наверное, да. Вибраниум. V-Flip, вибраниум, ну, вибраниум, V. Вибраниум. Черная пантера, вибраниум. Первый вариант, да. Янтариум? Янтариум, нормально. Надо добавить, давай сразу, эко-янтариум. Все, объединили. Пускай будет вибраниум. Эко-кожа. Эко-кожа? О, эко-кожа. Все, принято, идем дальше. Сколько моделей насчитывает линейка Camon 20? 3, 4 или более 100? Более 100, давайте. Более 100.
Я думаю, Камон 20 насчитывает 20. А там же не было такой версии. Более 100. Более 100. Что у нас обычно? Обычный вариант какой-нибудь, Pro и Ультра. Три варианта. Три. Три. Четыре. Я за 4. 4. Все, выбрали. С помощью чего охлаждается процессор смартфона Pova 5? С помощью... Вы слышали, да, уже? Там просто есть такой вариант. Я клянусь, с помощью паровой камеры, с помощью кулера или с помощью антифриза? Пробил ответ. Ну, сомневаюсь, у меня в машине течет постоянно. Поэтому пускай кулер будет. Кулера. Антифриза. Антифриза? Это когда поняла, что уже проигрываешь такая. Да пофигу. Идем ва-банк. Волын. Кулера? Да, кулера. С помощью кулера. С водой, да, который такой перевернутый еще, горячий-холодный. Хотел бы сказать антифриз. Давайте выберем кулер. Выбрали кулер. Кулера. Кулера. Было бы классно с помощью кулера. У тебя там не антифриз? У меня, да, можно заливать. Чуть-чуть можно, да, для согрева. Антифриз? Конечно же, нет. Куда они там запихнуты? Что? А кулер? Трубки. Куда? Какие трубки? Кулер жижать будет. Ну да, значит нет, а что правильно? Первый ответ. Паровая камера. Да. Какой футбольный клуб был партнером Текно? Балтика, Манчестер Сити или Реал Мадрид? Балтика? Спасибо за веру. Пусть Реал Мадрид будет. Балтика. Да ты угораешь. Я думаю, Балтика. Точно не Балтика. 100%. Мне кажется, Сити. Манчестер Сити, наверное. Манчестер Сити выбрали. Чего? Манчестер Сити. Манчестер. Откуда ты это знаешь, блин? Очень хочу на улице. Вы что-то работаете? А, ты загуглили, сидели там. Как называется технология стабилизации в смартфоне Камон 20 Premier? Motion Capture, Sensor Shift или Epic Fail? Motion Capture. Наверное, первый вариант. Первый вариант. Motion Capture. Выбрано. Motion Capture. Motion Capture. Первый, мне кажется, как-то получше звучит, что ли. Технология стабилизации. Нет, пускай Epic Fail. Epic Fail. Epic Fail. Да, Epic Fail, это эпичный фут у нас сейчас, Epic Fail. Сейчас, да, у нас, сейчас у нас первого, получается. Тогда первого. Первое, Motion Capture. Хорошо, выбрали. Motion Capture. Нормально, все. Ну, я пытался выбрать. Мы вам вручаем абонемент на изучение английского языка. Какая игра отлично пойдет на смартфоне Pova 5 Pro 5G? Mobile Legend Bang Bang, World of Warcraft или Age of Empires 2? Age of Empires. Warcraft. Mobile. Хорошо. Первый вариант. Первый вариант. Mobile Legend. Давай Mobile вот это. Давай выберем Mobile. Как будто подсказка в самом ответе есть. Что сейчас мощней? Первый вариант. Там просто в кадре же не будет понятно, кого вы спрашиваете. Какого анимированного питомца нельзя установить на внешний экран Phantom V Flip? Собаку, попугая или росомаху? Собаку, наверное. Давай собаку. Собаку, мне кажется. Нельзя установить. Ну, да. Если нельзя установить росомаху, то зачем такой смартфон? Зачем? Поэтому попугая нельзя. Ну, наверное, попугая. Попугая выбрали. Я бы подумал, что они могут росомаху добавить. Ну, если они уж... Такие приколы. Я бы ответила, но я не уверена. Либо наоборот, они такие крутые, типа... Да что... все, берите росомаху, может это просто... Росомаха. Росомаху. Росомаху. За сколько Phantom V Flip заряжается на 50%? За 30 минут? За 15 минут? Или, внимание, за 500 рублей? Добавили юмора. 15 минут. 15. 15. За 15 минут. За 15 минут. За 15 минут. 15 минут. За 15 минут и 565 рублей. Красиво. За 500 рублей, наверное? Да, за 500 рублей. Не, погоди, это же не ответ. Ну, либо 30, либо 15, я такой умный. Вот у вас первый раз сколько было? За 500 рублей. Так, короче, у нас есть результаты. Ребята, никуда не уехали. Вы классные. Хочу всем руку пожать. Всем пожму руку. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Там, здравствуйте. Это будет самый длинный выпуск. Ребята, мы от магазина Tecno, от магазина смартфонов и умных устройств, в том числе и наушников, вручаем участникам. Если кто-то хочет, можно похлопать. Я сам похлопаю вам, ребята, вы красавцы. Это наушники, чтобы слушали в них наши выпуски. Так, а теперь интрига. Давайте за второе место. Кто-то из вас... дал 5 ответов, это второе место, чтобы вы понимали. И 6 правильных ответов, это первое место. Но вопросы реально были сложные. Я так понял, что ребята, они в принципе ради этого приехали, потому что даже когда мы начинали еще снимать выпуск, они уже сидели на скамеечке и ждали нас. 5 баллов получают ребята, как вас зовут еще раз? Кирилл и Нуне. Кирилл и Нуне, давайте им похлопаем. 5 баллов, классно, респект.
Все, давайте, давайте обнимемся. Все, давай тоже обнимемся, брат. Что там? Давай. Давайте. И вы тоже друг с другом тоже обнимитесь. Что вы? Вы же вместе, да. Все, так, ну и 6 баллов, главный приз. Ребята, которые, возможно, кстати, расстроятся, потому что они купили сегодня смартфон. Такие, так можно было не покупать, можно было просто выиграть. Ребята, вот там вот, в оранжевом он стоит, и рядом прекрасная дама, у них 6 баллов. Текно, классный магазин, открылся только сегодня, но будет существовать вечно здесь. Поэтому приходите, покупайте, выигрывайте, будет еще 1 000 000 разных акций. Подписывайтесь на аккаунты, будут в описании все ссылки. Все, вам понравилось, детишки? Ну давайте, ваши эмоции. Вообще, верите ли вы в чудеса в целом? До этого момента не верилось. Не верили, а да. Вот сегодня получается, да. Пообещайте, что если когда-то будете делать татуировку, татуировка будет в виде надписи «Камон 20 Pro 5G от Tecno». Окей. Постараюсь. Это мы забираем тогда, это просто для кадра было. Все, потом мы вам... Шучу. Конечно, шучу. Все, спасибо. Спасибо, ребята. Все, мы не будем вас мучить.